И снова не замерз. На Иртыше под Ленинградским мостом опять образовалась знаменитая омская полынья. Происходит это уже 4 года подряд. С каждой зимой она становится все больше и представляет опасность для горожан. В интернете накануне появились фото очевидцев. На снимках видно, как по самому краю ходят люди. Предположительно, дети. Свое мнение по поводу полыни высказывали омские экологи. Они уверены, странное явление не связано с промышленными или канализационными выбросами. Вероятно, вода на Иртыше не замерзает из-за неровности дна. Однако почему это происходит только последние 4 года и раньше такое явление не наблюдалось, непонятно. Так или иначе, профильные ведомства до сих пор не подтвердили и не опровергли ни одну из этих теорий.